Я хочу пить! Ребята, пить хотела. Все мимо, мимо рота, друзья. Смотри, а вот тебе хочешь новую сережку прицепим на ушко? Оп, какая красивая! Куда-то ящерица! Сегодня самый смешной тикток. Всем привет, вы на Валеришка Геймс, ребята. Он такой, что за сережка ты мне там? Так, селфи сделаем. Дорогушенька, идите мойтесь. Бздыщ. Маджик. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Это было жестоко. Ко, держись! Из последних сил! Друзья, возьми его этого кота! Спасите меня! Дорогая, пойдем вместе вздыть. Черепу. О, нет! Парень, не надо! Оу! Встрял в песок зыбучий. Обалдеть. Ну, хотя бы не воду. Правильно, со змеёй. Клёво. Так, отжимаемся. Плохо ты отжимаешь. Опа! Тюленя делаем, ребята. Все хлопают. Ой, какая весюлька. Ой, какая классная. Мама, а ты что не играешься? Богомол. Панда кунг-фу. Аттракцион «Поймай шланг», ребята. Юные пожарники. Он один, смотри, поймал. Молодец. Ой, классно, ребята, посмотрите. Как она не падает, я не понимаю. Оп. Верблюд. Тихо, дружище, не гонись за мной, пожалуйста. Пофоткал и хватит. Убегаем. Так, это, красивый мальчик, не худенький. Закоплил весь квадрик. Шли приемы карате. Металлической кроватью. Ой, на как ударился. Так, доставка пиццы на велосипеде. Я приехал, где пицца? Это был про. Мальчик. Кто за сегодня больше раз засмеялся и сколько раз ты в конце серии? Обязательно, ребят, посчитайте, напишите нам. Вот, ну. Еще не мешай мне. Воу, брейкдаун. Так, накосили какой-то кукурузы и куда-то ее несем. Нет, дай кукурузу! Не забирай мой кукурузу. Итак, гонка начинается. Ай-яй-яй, посмотрите, нет. Ребята, клево, попрыгушки. Когда же он... Попрыгушки закончены. Я звезда, а ну похлопайте. Я не вижу ваши руки, хлопайте. Е-е, клево, классный концерт, поем песню. Я передумал. Я резко передумал. Он медленно сполз туда. Собака, смотри. Тихо, не смеемся, ребята. Помоги, собаки. Хуля не могу. Не надо, мальчик, это опасно. Мальчик покинул мотоцикл и решил побежать ножками. Интересно, он в конце звезданется, как вы думаете, ребята? Смотри, добежал, далеко убежал. Ой, там этот обрыв, что ли? Так. Пассажир покинул судно. А держаться по типу, потому что надо. Опа, шарик, сейчас как лопнул. Вау. Они хотят их скинуть. Получилось, ну как там мелко. Оу! Это зимняя змейка! Ребят, кто любит кататься на горках? Напишите вам в комментариях. Мальчик сзади. Прицепился. На кошака смотри. Это можно устраивать свой музон. Ящерица! Подтолкните меня, пожалуйста, господин инструктор. Хорошо! Ай, зацепился! И с ней следом поехал. На травку сошел. Против тебя. А, чё? На карата. Упал на пол. Как обойти очередь, когда лень стоять? Сейчас я как перелезу. О, получилось. Сейчас как перелезу. Покорми, а ну смотри. Тебя. Она говорит, мама. Мама. У-у-у! Собака говорящая.
массаж. Массаж делаем. Тут хотел отъехать. Какой ветер, посмотрите. Вообще. Гусь. Нет, валим. Мальчик, мальчик, убегай, мальчик. Гусь гонит, смотри, папа догоняет. Гуся, ну стой. Сын отекает от него. Так что тебе, дорогой, ножки попарить? А не офигел ли ты прям совсем? Бульк тебя попой в тазик. Закидываем сеточку и ловим рыбку. Я тебя спасу. Так, кормим рыбок. Рыбки! Прям в еду. Как обойти друг друга? О, нет. Паркур. И у телефон улетел. Бульк и утонул. Ladies and gentlemen, так, холодильник. Кто живет в холодильнике? Вау! Клево! Хотели, да, я да. хочу такой холодильник. Прям коктейли внутри делают. Как он выпил всю бутылку залпом? Колы. 1% умеет делать так только. Ой! Я так не умею. У девочки в реснице... Ой, пирсинг! Как она его там сделала? Не отрывается? Свали. А что с мальчиком происходит? Фу. Закроем окно. Ногой. А чего ногой? Потому что не дотягиваюсь рукой. Надо вонять не будет. Во время полета отлетел кусок самолета. Это он наспор все съел? Ребята, сколько хэппи-милов, посмотрите. И запивает какао. Вау! Как он это? Как? Обалдеть. Как он от земли отскакал? На, с днем рождения, держи шарик. Хорошо. Шиншила. Где тут такой шарик? Класс. Давай. Надо заснять внутри волны. Ребята, видели, труба появилась. Как делать ладошки Poppy Playtime? Ты что, серьезно? Шучу, ребята, просто перчатки. Классные, прорезиненные такие. Вау! Это в воздухе, которые спрыгивают с парашютом, они успевают до того, как лететь до земли, долететь. Они успевают... Парашют когда раскрывать? Ну, за какое-то время, когда долетят до земли, там за определенное количество метров нужно. Так. Как он так ровно провел, ребята? И зачем он это делает? Пизда, просто фломастером разукрасил свою белую машину. Я не знаю, зачем, наверное, так модно. Ребята, поддержите лайком эту серию, досмотрите до конца. Вау! Причем каждая кнопочка, друзья, горит своим цветом, посмотрите. Я тоже такую хочу. Клево. Что это? А, это на асфальте разметка. Наклейку снимает с нее. Ой, это она... Ладно. Ого! Ребят, вы видели, какой он здоровый? Медведь хромает. Посмотрите, просто огромнейший. So my friend's house is infested. У меня сегодня утром случилось ЧП. Мой гараж заселили гусеницы. Гусеницы? Воу. Мы это видели. А это не видели. Два пальца видели, ребята? Смотрите, сердечко. Вау, класс. Ого. А что, они сгорели? Так смотрите, сплавилась пластмасса. Раскладывалась. Где они были? Я не знаю. Смотрите, какой коктейль с пузырем, наполненным дымом. Я тоже такой хочу. Он выпускает пузырь, и который прилетает прямо в стакан. Классно, ребята. Оу! Как зовут эту принцессу Диснея из, по-моему, «Храброе сердце» мультик? Классно. Только кого называют по имени, забегает. Обалдеть. Как? Как они такие дрессированы? И все ждут, когда назовут их имя. Супер! Всех назвал. Класс, всех назвал. Они такие дрессированные. А кому запомнил, как всех зовут? Так, когда... короче, в Диснейленде, если встать на этот квадратик, тебе персонал хлопает. Что это? Зонтик такой. Что это такое? Оно мне снится будет, ребята. Вот именно. Что это? Как? Прозрачный подбородок? Нет, как? Он что, попадет? Серьезно? Обалдеть. Клево.
дверь проржала. Звук слушаем микрофона. Очень чувствительный микрофон. Как это? Обалдеть. Расслабляюсь. Лера, не спи. Что ж это? Он такой чувствительный, он каждый звук ловит. Даже как капли падают на целлофан. Невероятно круто, даже говорить ничего не хочется. Это так прикольно, мне вот так нравится. Что он делает? Ротом что-то делает. Да, это мальчик класс. О нет! О нет! Дождь пошел, очень сильный ливень, а крыша осталась открыта у машины, кабриолет, блин, он не знает, как ее закрыть. Он, наверное, только купил. Господи, поднимайся, крыша, поднимайся. Сейчас сяду. Да поедь, заедь под дерево, в гараж заедь, куда-нибудь спрячься. Да! Она ж как-то должна... А там, наверное, от того, что влага попала, представьте, там, наверное, в машине сейчас на дне 3 ведра воды натекло. Не поднимается. Нажми что-нибудь. Как это сделать? Я сама не знаю, как это. А этот, короче, спокойно с телефона с балкона снимает, друзья. Такой, ну давай, подумай. Ну что, получится? Получится? Мы в тебя верим, дружище. Ты сможешь. Спаси давай. Свою машину. Да! Поднимается. Ну, давай. Ура! Ура! Крыша! А что маленькая такая? А что не до конца? Сейчас крыша. Ой, она такая медленная, ребят. Ну, красивая крыша-трансформер, посмотрите. Обалдеть просто. Фух, слава богу, такой... закрылась. Друзья, какой сюжет вам сегодня понравился больше? Кто из нас больше раз засмеялся? Ясы. Напишите в комментариях, сколько раз ты. Смотри все видео на наших каналах. Валеришка Максим, Play Games and Family. На наших новых каналах Валерика это и Gamebox. Ссылочки в описании под этим роликом. Переходите на все наши 7 каналов, внизу ссылки. Мы вас очень любим. И стараемся для вас.